Как легко снять плафон с плоской люстры светильника. Вот с такой вот. Так, чтобы легко снять плафончик, надо узнать, где у нас стоит вот такая вот пружинка. Пружинка эта легко оттягивается при помощи силы рук. Вот так вот. И плафончик ослабляется. Вот на этих двух нету пружинки, на этой есть. Вот у нас вот так вот прикреплен. Берем двумя пальчиками вот так вот и оттягиваем вот эту пружинку за щип. Плафончик у нас ослабляется, и мы снимаем плафончик для замены лампы. Вот, все, плафончик мы сняли. Плафончик можно помыть и также поменять легко лампу. Лампочек великое множество. Каждый подберет на свой вкус. Накаливание, светодиодные, любые. Много лампочек всяких. Так, устанавливаем все в обратном порядке. На два, которые у нас зафиксированы, одеваем плафончик. Вот так вот аккуратненько. А третий оттягивающийся, опять берем вот так вот двумя пальчиками. Придерживаем плафончик и оттягиваем. Пончик оттягиваем и аккуратненько его одеваем на плафончик, отпускаем. Все, плафончик у нас зафиксирован. Все. Если люстрочка укреплена уже у вас на стеночке либо на потолке и вы не знаете, где пружинка, то это можно легко узнать. Каждый вот так вот трогаем. Это не шевелится. Так, вот это вот, это не шевелится. Вот это, вот она у нас. Вот она у нас на пружинке. Значит, ее оттягиваем. Все остальные, они зафиксированы. Опять берем двумя пальчиками и оттягиваем. Сняли плафончик. Поставили таким же макаром. Оттягиваем ее и аккуратненько отпускаем.